Но если в этом году ты хочешь учиться только на отлично, тогда обязательно ставь лайкосик за 3 секунды и считаю. Раз, два, три. Привет, ребята, меня зовут Алексис, и у нас сегодня подборка из 8 крутых игрушек. Это у нас Zombie Grind, Brawl Stars, Roblox, Minecraft, Traffic Rider, Bike Racing, Going Balls и Bone Masters. Поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайкосик, ну а мы начинаем. И первая игрушечка — это у нас, ребятки, Bike Racing. Ну что ж, давайте тогда будем, в принципе, с вами начинать. И воу! Это чем-то игра мне напоминает Moto X3M. Ребята, вам тоже напоминает? Или только мне? Вау! Вот и мы, в принципе, доехали с вами, ребятушки, до финиша. Так, ладненько, новый скин мы смотреть не будем. Точнее, новый скин мы открывать не будем, потому что мы только начали играть за этот скинчик. Поэтому, ребятки, следующая миссия. Так, да, жалко, что здесь не было турбоускорения никакого. Ребят, если вам нравится такой формат, пишите об этом в комментариях, и я почаще могу в него играть. Ну, то есть, почаще могу снимать 8 игрушечек. Просто, судя по тому, как вы их смотрите, ребятки, мне кажется, все-таки, что вам нравится этот формат, потому что ролики такого формата набирают довольно-таки много просмотриков. Это значит, что вам это нравится, поэтому узнайте хотя бы 2 ролика в неделю. Я думаю, что я все-таки буду выпускать вот в таком вот формате. Может быть, со временем немножечко больше будет выходить таких роликов. Так, аккуратно, ребят, аккуратненько проезжаем через эти всякие препятствия. Так, 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 так. Воу, ёшкин кот, чуть не проиграл. Так, еще разочек то же самое проехали. Очень хорошо, что здесь много чекпоинтов. Прям очень хорошо, потому что здесь, знаете, достаточно много моментов, где можно просто проиграть. И снова финиш. Реальная игра очень сильно похожа на Moto X3M, только мне даже кажется, что она, ну, немножечко легче, да. Она немножечко легче, потому что Moto X3M более продуманная игра. Так, тут что это мы разгоняемся? О, щищ. Круто, 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 круто. Да, действительно, Moto X3M более как-то продуманнее, а может быть и нет. Ребята, это тоже довольно-таки продуманная игра. Здесь просто уровни немножечко поменьше. Так, ну что, я предлагаю тогда, друзья, пройти еще один уровень нам с вами, и мы будем открывать тогда следующую игру. Так, чё, что-то я взял повторить этот уровень? Нет, повторять я его не хочу, поэтому давайте-ка, наверное, будем открывать другую игру. Ну а следующая крутая игра, ребятки, это у нас Going Balls. Просто безумно крутецкая игрушка. Я очень сильно люблю в нее играть вне ролика. Я играю на своем планшете. Там у меня уже очень много пройденных уровней, но, правда, на эмуляторе нам придется с вами играть с первого уровня, но ничего страшного. Мы еще обязательно там дойдем до каких-то прям мега топовых уровней. Мы здесь проходим их, как вы видите, очень-очень быстро. Но скажу вам честно, ребятки, что на планшете в нее играть немножечко полегче, чем здесь вот на эмуляторе. Но тоже круто. Так, хорошо, лучший приз. И обычно мы всегда выигрываем. Да, обычно игра позволяет нам выиграть, выбить себе новый скинчик вот такой вот замечательный. Это уже... Получается новый шар, 8, по-моему, да? Здесь 8. Ой, стоп, мы его не поменяли. Стоп, мы можем поменять шар, ребят. Наверное, ну, только давайте-ка мы уже этот уровень пройдем. И поменяем этот шар на тот новенький, который мы открыли. Первые уровни очень легкие. Смотрите, просто четко приземлились на чекпоинт. И у нас финиш. Да. Ребят, обязательно ставьте лайкосики, кто еще их не поставил. И подписывайтесь на мой канал. У меня каждый день выходят крутые видосики. И не только в таком формате. Так, а вот и наш шар, который мы, ребятки, с вами получили бесплатно. Да, это шар 8. И это у нас какая-то... Что это такое? Это что, бонусная миссия? Все время нам нужно катиться прямо? Да, действительно. Все время прямо, и мы доходим до конца. Это было несложно. Угу, так, еще одну миссию. А если мы сделаем, знаете что, если мы крутанем колесо фортуны, что будет? Так, плюс 100, ничего себе, плюс 100 баллов, это хорошо, ну плюс 100 денег. За эти деньги мы потом сможем купить себе там какие-то, ребятки, другие скинчики. Так, что случилось? Игрушечка немножечко подвисла, мне показалось так на мгновение. Берем ключик, может быть, нам снова получится выбить что-то прикольненькое. Ну, это уже, наверное, будет... Да ладно, у меня уже 3 ключа. Когда я успел их открыть?
Ребят, мы снова выбили новый шар. Вот это мне, конечно, сегодня везет. Да, сегодня однозначно мой день. И я, конечно же, ребятки, выберу новый шар. Да, почему бы нет? Но только после того, как мы пройдем с вами райс. Да, ребят, мы сначала выиграем вот этих вот всех, а потом уже выберем себе новый шар. Так, чекпоинт. Не забываем про чекпоинты, ребят. Не забываем. Так, давайте-ка мы пойдем налево. Мы пока что третьи. Снова чекпоинт и... Ну же. Есть, ребят. Я просто на финише, ребят, на финише поднатужился и выиграл. Ладно, открываем тогда следующую игру. Друзья, это у нас Bow Masters. Первая миссия. И нам нужно уничтожить этого клоуна. Ну, хорошо. В принципе, я уже ранее играл в эту игрушечку, поэтому я знаю, что здесь нужно делать. Так, ну что, нацеливаемся. Игрушечка даже нам немножечко помогает. Ну, понятно, что первые миссии. Так, стоп. Мы еще раз стреляем? А что это так? Что это мы еще раз стреляем, если мы уже стреляли? Так, стоп, я хочу все-таки хедшотить. Поэтому мы немножечко не будем, ребятки, слушать эту игру. Мы будем немножечко делать по-своему. Смотрите, вот она показывает, что это идеально, а я сделаю вот так вот и попаду прям в голову. Хедшот. Да, не всегда нужно слушаться эту вот игрушечку. Странно то, что наш противник нас никак не атаковал, но, возможно, он будет атаковать нас в следующей миссии. Мы открываем сундук. Что мы здесь выиграли? Выиграли? Я хочу либо денег, либо бойца. Так, отлично. Ребятки, боец. У нас открыт новый боец. Это очень хорошо. И мы сейчас вот его протестим. Будем сражаться с тем же самым, но надеюсь, что на этот раз он уже, ребятки, будет атаковать. Так, понятно, карта. Карта делает совсем другие прикольчики. Так, ну давайте-ка пристрелочный. 18 угол, 100... Ага, пролетело. Вот 19 угол просто было бы идеально, ребят. Давайте-ка... Ой, я говорю 18, я говорю 13 угол, а был 14. 13 угол это просто идеально в голову, просто бум. Отлично. Ну, конечно, это хедшот. О, он тоже мне прилетел, смотрите, мне в голову батон прилетел, капец. Так, вот сейчас можно, наверное, 14 уровень. Бам! Есть! И еще разок 14 уровень. Давай, 14 угол точнее. Давай. Получай. Бам! Есть! Ребят, смотрите на него. Он просто превратился в шашлык-машлык. Отлично. И у нас фаталити. Я хочу пройти еще одну миссию, ребят. Так, это что такое? Что нам сейчас выпадет замечательное в этом сундуке? Я хочу нового бойца. Ну, деньги, в принципе, тоже неплохо, ребят. За деньги мы можем с вами купить себе нового бойца. Так, play. Нет, я пока что не хочу покупать нового бойца. Я хочу играть за старенького своего бойца. Да, нам нужно экономить денежки, ребят. Нам их нужно экономить. Так, ну что? Давайте первый пристрелочный 15 уровень. О, это просто что-то с чем-то, ребят. Он даже еще раз выстрелит? А, ну конечно. Он тоже, ребят, меня захедшотил, я хочу вам сказать. Прям очень, очень мощно захедшотил. Смотрите, я еле встал. Так, давай то же самое, уровень 15 и... Держи. Все, готов. Почему я постоянно говорю уровень 15? Это же угол 15. Finish him. Да, без проблем. Без проблем, это я могу. Умею, практикую и... Получай. Есть. Ладно, ребят, время другой игры. А сейчас мы с вами поиграем в игрушечку, ребятки, Zombie Grind. И у нас есть вот такая вот пушка. Ну, точнее, вот такой вот аппарат, с помощью которого мы должны уничтожать зомбариков. Также есть магазин, где мы можем покупать с вами какие-то плюхи, но, правда, пока что у нас не хватает денежек. Ну что ж, давайте тогда мы их подзаработаем вот таким вот образом, ребят. Нам нужно просто уничтожать этих вот зомбариков. Так, у нас здесь еще есть, конечно же, бомбочки, которые нам помогают. Смотрите. Бум, и все. Мы полные. Так, выгружаем это все дело, и мы зарабатываем наши денежки. Ну, правда, как-то очень мало мы зарабатываем. Так, что бы нам подкупить? Давайте вместительный зомби мы подкупим. То есть мы уже по 200 зомбариков можем, в принципе, за раз собирать. Потому что, ну, смотрите, здесь сколько вот уже готовых зомби. Вот, мы чисто так вот просто проехались и собрали их полностью. Кстати, игра прикольная. Я, знаете, думал по ней отдельно ролик записать, но...
Потом думаю, что, наверное, все-таки включу я эту игрушечку в 8 игр, потому что, ну, на 10 минут я, ребят, не знаю, что здесь вам показывать. Так, эти зомби очень-очень-очень мало стоят. Лучше нам, ребятки, ломать вот этих вот зомби, которые желтые. Можно, конечно, попробовать сломить вот этого вот фиолетового зомби, ребят. Давайте-ка мы попробуем это сделать. Да, мы его сломили. Но, правда, больно уж он силен. Давайте-ка мы еще одного сломаем фиолетового зомби. Наши бомбушки нам помогают, бомбушки. Так, все, давай возвращаемся обратно и посмотрим, сколько денежек теперь мы сможем заработать. О, ну совсем другое дело, ребята. Давайте мы себе что-то тут обновим. Давайте-ка вот урон, отлично. Все, теперь наша вот эта вот штука, которая впереди вращается, она уже... больше урона наносит. Это значит, что мы вот этих вот зомбариков всяких, вот этих вот фиолетовых, кстати, я не знаю, почему я не могу его сломать. Есть, все, сломили мы его. Она будет быстрее их кушать. Нямки, нямки, нямки. Так, вот сейчас еще один. Я вообще думаю, что здесь лучше все-таки фиолетовых есть и вот этих вот желтых, потому что, ну, больно уж они стоят хорошо. А зеленые вообще дешевые, ребятки, дешманские зомби. Даже трогать их не хочу. Смотрите, этих выгружаем и хотя бы нормальное количество денег зарабатывается. Так, давайте бомб прокачаем. Будет немножечко больший урон теперь от этих бомб. Мы можем еще вот так вот проехаться и просто собирать головы, которые тут уже, смотрите, мы добыли, грубо говоря, с вами очень легким путем. Вот это вот можно тоже все раскромсать, и мы полные. Ребят, ну за такое мы получаем очень мало денег, видите, 200 монет. Да, мы быстренько их зарабатываем, этих 200 монет. Эти вот монеты мы зарабатываем чуточку дольше, но нам, ребятки, платят за них больше. Поэтому, знаете, они стоят нашего потраченного времени. Давайте-ка мы еще два раза загрузим нашу фуру. Вот раз, потом еще раз. И будем, наверное, с вами открывать другую игрушечку. Так, выгружаем, отлично. Что-то я могу купить. Давайте-ка мы прокачаем, наверное, скорость. Скорость машины. Почему бы нет? Пускай она будет немножечко быстрее. Ну, что-то мне кажется, ребятки, особо ничего не поменялось, но... Да, может быть, все-таки там на какую-то, знаете, на какой-то 1 км в час она начала ездить быстрее. Ладно, открываем другую игру. А сейчас мы с вами поиграем в игрушку Jurassic History Ride, ребят. Перед тем, как начинать, я хочу купить себе еще одного бойца и в бой, моя Спарта. Я надеюсь, что все-таки этих бойцов нам будет достаточно для того, чтобы одержать победу. Но, по-моему, что нет, ребят, мы проиграли? Серьезно? А почему так-то? Так, стоп, мы заработали еще 1000 монет, но я думаю, что эти монетки, ребятки, нас однозначно, наверное, не спасут. А хотя, кто его знает, покупаем еще этого бойца. О, мы сейчас их пообъединяем, ребят, может быть, у нас получится что-то крутое. Так, что тут еще можно объединить, прокачать, купить? Ну, пока что вроде бы больше ничего. А ну-ка, ребятки, посмотрим сейчас. Может быть, хотя бы на этот раз мы выиграем. Так, мы еще можем метеоритами, конечно, своими вот этими вот дубасить. Я не знаю, почему я это изначально не сделал. И что, блин, снова проиграли? А может быть, мне все-таки, ребят, стоит метеоритами дубасить этого вот летающего дракончика, а? Как вы считаете? Наверное, что да. Так, нам... Давайте-ка мы это попробуем сделать. Так, только метеорит у нас зарядится, и мы... Хотя нет, ребят, нет, все-таки, блин, я что смазал? Ёшкин кот, ребят, я смазал, нет, все-таки дракона трогать не нужно, ну, точнее, не дракона, а этого птеродактиля огромного, все-таки, ребят, лучше стоит уничтожать этих вот маленьких пацанчиков. Такого вот бойца мы подкупили себе, и все, ребят, у нас последняя попытка, все, больше у нас попыток нету. Давай. Получай. Отлично, отличненько. И может быть на этот раз мы выиграем. А ну, лучники, давай. Лучники, разбирайтесь. Есть! Ребят, я знал. Я знал то, что мы выиграем. Мы заработали сейчас, ну, не так-то уж много денег, конечно же. Я думал, что мне дадут больше денежек, но тоже неплохо. Давайте мы тогда пройдем с вами еще один уровень. Почему бы нет? У нас трирожек уже какой прокачанный, мощный. Прям мега сильный. И еще мы сломаем сейчас базу вот этих вот противников. Почему бы нет? Давайте-ка мы метеоритом сюда вот ударим. Бам. Врата пробиты. И
И мы проиграли. Ладно, ребят, открываем другую игру. Ну а сейчас, друзья, мы поиграем с вами в Бравл Старс. И первым делом я открою себе сундучок, вот такой вот бесплатный, который у нас есть. И будем мы играть с вами в одиночные столкновения за кольт. Ребят, я очень давно не играл в одиночные столкновения. Я обычно всегда играл с союзниками. А сейчас я хочу сыграть один. Так, ну давай, давай, разбивай. Спасибо тебе, Нита, большое за эти баночки. Перезаряжаемся и еще мочим. Так, ладно. Мы украли, ребят, эти банки. Это очень хорошо. Так, теперь давайте-ка мы зайдем вот сюда вот. Так, подождем. Подождем, подождем, подождем. И потом просто это заберем себе. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Очень большое спасибо. Так, можем еще вот так вот ультануть, чтобы быстрее забрать чуть-чуть эти вот баночки. Все, круто, ребят. У нас 6 банок. Да мы всех замочим. Ближе подходи, подходи, и привет, 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 да, свидосики. Чуть меня, конечно, не уничтожил, но... Ну, не тут-то было. Так, отступаем, ребят. Отступаем, и... Держи пулю. Я устал, если честно, немножечко. Да. Так, подходит сейчас парниша. Подходит парниша. И ловит просто пулю. Ребят, ловит пулю, еще один. Оу. Неплохо, неплохо, ребят. Неплохо. Сейчас он поймает эту пулю. О, нет. Может быть, и не поймает. Ладно, ладно, ладно. Подзарядись, подзарядись. И мы его сейчас вот ловим, ребят. Ловим, 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 ловим его, ребят. Все, он выходит, и ему крышка. Он выходит, и ему крышка. Есть. Ребят, мы его поймали. Точнее, ее. Очень крутая катка. Так, хорошо, хорошо. Где же ты? Где же ты прячешься от меня-то, а? Кто это может быть? Интересно, как вы думаете, ребятки? Как вы думаете, кто это может быть? И где он сидит? А-а-а, он вот там сидел! Блин. Ну, короче, ребятки, ты лучше всех, в принципе, ничего нового, мы с вами молодцы, всех раскромсали, время другой игры. А сейчас, друзья, мы будем с вами играть в Roblox в режим Rainbow Friends, либо же Радужные Друзья. Так, хорошо, и... Либо радужный друг. Не, наверное, все-таки радужные друзья. Ребят, и нам нужно собрать все блоки, которые были потеряны, украдены. И, к сожалению, мы пока что еще ни один блок не урвали с вами. Ладно, идем сюда. О, супер. Хорошо, у нас уже есть один блок. Но только... О, два блока, ребят. У нас есть уже два блока. Так, стоп. По-моему, что я что-то услышал. Ребятки, я что-то услышал, мне кажется. А блоки нужно принести вот сюда вот. Так, отличненько. Мы поставили уже с вами два блока. Мы молодцы. Мы нашли 7 блоков из 24. Так, ну что, давайте поднимемся еще выше. Вот сюда вот. Тут вот какая-то девушка уже лазает, да? Так, давайте-ка мы первый, наверное, сюда зайдем. Так, тут уже, походу, кто-то был. Тут уже, наверное, явно мы ничего не найдем. Здесь я тоже не вижу, ребятки, никаких блоков. Может быть, вот сюда вот. Так, ну, кстати, я не слышу монстра, ребят. Опа, есть. Отлично, отлично. Мы нашли еще один блок. Мы вообще сегодня с вами в ударе. Вот еще один блок. 4 блока, ребятки, у нас уже с вами имеется практически на счету. Так, заходим еще в эту вот дверку. Ребят, я что-то слышу? Я что-то слышу? Я что-то слышу? Ага, все, все, все. А уже все, 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 все. Пошли, ребят, пошли дальше. Так, театр. Нам нужно занести еще два блока. Кстати, ставь лайк, если ты любишь играть в эту вот игру. А мы здесь потом можем что-то себе купить за заработанные денежки? В принципе, ребятки, да, мы можем ящики себе какие-то другие купить. Ну, короче, либо же можно здесь задонатить. Так, давайте-ка мы сюда залезем. Нет, сюда не могу залезть, к сожалению, нам еще осталось собрать 4 блока, и все, и мы выиграем. И мы тогда сразу же выиграем, ребят. Так, блин, мы уже здесь везде были. Все? Победа? Да, действительно, мы собрали все блоки, ребят, мы молодцы, это очень круто. Ну а сейчас мы, ребятки, поиграем с вами в Майнкрафт. Я очень давно не играл в Майнкрафт, скажу вам честно, очень давно, поэтому я выбрал себе бонусный сундук, конечно же. И мы с вами заспамнились, ребят, посмотрите, в каком месте, это чё такое вообще, как мне отсюда выбраться? Так, ну и, конечно, давайте-ка мы позабираем факела, они мне пригодятся. Так, все, отлично, теперь, ребятушки, отправляемся...
отправляемся, не знаю, на поиски каких-то приключений. Нам, конечно, в идеале нужно, знаете, что сделать? Нам в идеале нужно, ребятушки, с вами добыть себе барашек. Именно барашек, потому что если у нас здесь не будет барашек, мы тогда не заснем ночью. Если мы не заснем ночью, нас сожрут пчелы, говорю. Нас, ребятки, сожрут злые зомби. Так, ну ладненько, давайте-ка мы тогда немножечко порастраиваемся. Давайте мы сделаем себе верстак. Ребят, я уже не крафтил в Майнкрафте просто миллион лет. Ой, что это я сделал, блин. Зачем я поставил этот блок сюда? Давайте-ка мы его срубим. Так, хорошо, ставим верстак. И нам в верстаке, ребят, если я не ошибаюсь, мне нужно скрафтить... Я, правда, не помню, как он крафтится. Так, так, это лопата. Значит, нам нужно скрафтить себе меч. Во, меч — это то, что нам, ребят, надо. Так, ну, пока что хорошо. С помощью этого меча мы сейчас с вами порубим себе курочек. Так, на шашлик-машлик. О, шашлычок-машлычок. Так, давай, иди сюда, это мясо мне пригодится. Так, есть мясо и перушки. А, пчелка, 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 ребятки, тут пчелки, тут, наверное, находится улей. Но лучше нам их не трогать, этих пчелок. Так, нам нужны, ребятки, барашки. Барашки, где вы? Че, блин? Здесь нет барашек, серьезно? А как без барашек? Без барашек-то мне выживать здесь, ребят, на этом острове. Давайте-ка мы, может быть, стараемся найти с вами какую-то самую высокую здесь местность и посмотреть, что нам делать. Блин, куда нам отправляться, ребят? Ну разве что, знаете, что нам можно сделать? Нам разве что вот сюда вот где-то идти, потому что будем надеяться, что здесь будет что-то прикольненькое. Так, это что за какие-то блоки интересные, но мне они явно не нужны. Ребят, мы можем либо переплыть эту реку, но я думаю, что можно ее даже перейти. Тут не очень далеко, не очень глубоко. Так, нубик, 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 ты чё, блин, давай, выплывай. Выплывай быстрее. И нам даже не пришлось, ребят, строить лодку. Так, прыжок. Да, с меня, конечно, паркурчик вообще никудышний. Очень сильно надеюсь, что мы здесь найдем что-то съедобное. А давайте-ка пока тем временем мы перекусим яблочком. Так, что тут у нас, ребят, есть? Где мы появились вообще? Где мы заспамнились? Так, ну, уголек, конечно, лучше добыть. Уголь нам пригодится однозначно. Ребят, а еще нам, наверное, все-таки нужно себе делать каменные какие-то вещи, потому что с деревянными, я же говорю, тут ночью особо не выживешь. Да, это, короче, тупик. Мы приехали с вами, ребятки. Мы, короче, я не знаю, если честно, как здесь выживать, как выживать в такой вот местности. Ребят, если вы хотите, чтобы я почаще играл в Майнкрафт, пишите об этом в комментариях. Ну, пока что на этом свой ролик я буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Алексис. Я желаю вам всем удачки и пока!